Исследование, которое заслуживает Нобелевской премии. Такими словами приветствовали презентацию книги «Когда история оживает». Ее автор, гражданка Германии Карин Феликс, выяснила и описала судьбы русских солдат, которые оставили надписи на стенах Рейхстага в 1945 году. Всего 24 истории. Карин много лет водила экскурсии по Рейхстагу и заметила, что туристы из бывшего Советского Союза узнают знакомые фамилии. И на крыше одна женщина мне потом сказала: «Извините, пожалуйста, меня зовут Людмила Носова, и муж мне всегда сказал, что он тоже написал на стене Рейхстага». Еще раз вместе потом там стояли, где надпись на стене, и она плакала: «Слава Богу, Боже мой, что еще вижу». В книге Карин Феликс упоминаются и саратовцы. Ветеран войны, житель Саратова Павел Кабанов тоже расписался на легендарных развалинах, но, к сожалению, его надпись не сохранилась. Пока в печатном виде существует только брошюра с выдержками из будущей книги. Ожидается, что полноценное издание «Когда история оживает» выйдет сначала на немецком языке, будущей весной. Тираж пока неизвестен. По словам автора, современные политические отношения между Россией и Европой могут осложнить издание книги в русском переводе.